Алгоритмы поисковиков знают о вас все. И это, кстати, не минутка конспирологии. Я профессиональный маркетолог, меня зовут Сергей Ермин. 15 тысяч заявок и звонков получили мои клиенты благодаря моим услугам по настройке контекстной рекламы в Google и Яндекс. Я сейчас расскажу, как работают алгоритмы поисковых систем для того, чтобы привлекать вам больше и больше заявок и звонков. Все это, конечно же, работает на основе искусственного интеллекта. Как это работает? Мы доверили, можно сказать, свою жизнь гаджетам. Гаджеты нас окружают везде, и это очень важный элемент. Как это работает? У нас установлены внутри приложения. Мы, когда эти приложения устанавливаем, вы можете посмотреть, многие же не читают, практически никто не читает, что конкретно вы устанавливаете и на что конкретно вы соглашаетесь. Там о вас вся информация, там не только там, как бы основные какие-то сведения. Они знают, когда вы встаете, там, когда вы ложитесь, с кем вы переписываетесь, с кем вы рядом находитесь, устройство, как бы он видит по геолокации. Когда вы размещаете что-нибудь в социальной сети, он вам говорит, поставь метку геолокацию. Зачем? Да? Зачем? Потому что я хочу показать, что я вот нахожусь вот именно здесь. А вас ничего не удивляет? Так смысл как раз в том, чтобы вы сами дали этому алгоритму информацию. Потому что если у вас включена геолокация, он может понять, где вы находитесь, где вы были вчера, где вы, какие вы заходили в магазины и так далее, чем вы интересуетесь. Дальше. Вы даете доступ к микрофону, вы даете доступ к камере своей. Если вам кажется, что микрофон выключен или камера выключена, то это не так. Я думаю, вы уже знаете, что если вы, допустим, много говорите о каких-то продуктах, товарах, услугах просто рядом со своим телефоном, рядом со своим, там, не знаю, ноутбуком и даже телевизором, да, то дальше вам эта реклама начинает появляться, хотя вы ее не вбивали, вы не искали эти продукты в интернете. Многие даже уже шутки такие появились в соцсетях, когда женщина берет телефон мужа и начинает ему там надиктовывать просто купить шубу, там, купить телефон, купить новый, короче говоря, да, смех смехом, но это так и работает. То есть вы дали уже возможность, например, у вас установлены какие-то колонки умные. Например, вы, ну, как вы думаете, почему вам вообще дали такое устройство, как умная колонка? Вы думаете, что это легко, чтобы там включать свет в другой комнате или прослушивать музыку? Нет, потому что эта колонка постоянно вас слушает. Что вы говорите, о чем вы говорите? Это не для того, чтобы там вас как-то задеть или вашу информацию что-то с ней сделать, да, там нехорошее. Это все агрегируется и делается для того, чтобы дальше вас хорошо ловить на рекламе. Дальше, часы, умные часы. Вы думаете, вам просто так их дали? Вам кажется, что это очень удобно. Это очень удобно, вы можете платить часами. Вы можете не только время смотреть, но и там звонить по ним и так далее и тому подобное. Вы опять же даете доступ к геолокации, к микрофону, к камере и так далее и тому подобное. То есть, более того, в некоторых часах уже там установлено устройство, которое там считывает ваши, там, ваш пульс, чуть ли не кардиограмму делает. Для чего? Для того, чтобы все это оценивать, понять, в каком вы сейчас состоянии, да, находитесь, эмоциональном в том числе. То есть вот эти все моменты очень тонко, все это агрегируется, и дальше вам таргетируется реклама. Дальше больше будет уже, вот, может быть, вы слышали, не слышали, что тот же самый Илон Маск хочет чипы вживлять в мозг человеку. Да, для чего это делать? Для того, чтобы еще больше контролировать. Меня вот ребенок спрашивает, ну как это так, а если я не хочу устанавливать чип себе в голову или там, да. Но мы должны понимать, что раньше мы и к телефону так относились, и к нашим устройствам так относились, как будто бы нет, ну а что, я сам же его покупаю, я сам хочу этот телефон. Люди стоят в очередях, да, чтобы купить эти устройства, или там умные колонки я хочу, чтобы у меня дома в разных комнатах были умные колонки, да, некоторые ставят. То есть мы это делаем самостоятельно. То же самое будет и с чипами. Да, почему человек сам этот чип захочет себе там встроить? Опять же, конспирология, да, казалось бы. Но если сказать, например, тебе не нужно будет читать много книг,
сразу загрузил их туда, на этот чип. Все, ты уже знаешь все книги. Ты знаешь 10 языков, например. Ты знаешь еще там, то есть тебе не нужно будет учиться. Конечно же, люди с удовольствием сами себе эти чипы и поставят. Вот так это и работает. Именно поэтому алгоритмы искусственного интеллекта очень хорошо сейчас помогают рекламным системам ориентироваться в пространстве, помогать правильно таргетировать. Поэтому реклама будет действовать все лучше и лучше.